Приветствую вас, земляне, с вами сенсей. Хочу показать вам игрушку перед тем, как начать бесконечное путешествие. Я думаю, что вас она именно к те, кто смотрит бесконечное путешествие, заинтересует. Вот она здесь, 9 часов будет, она стартует 9 часов. Постараюсь выложить эту до 9, чтобы она могла это пройти. Вот такие дела. Они очень похожие, интересные. Тоже ставлю я их как бы рядом. Посмотрите, не торопитесь, игра стоящая. А мы продолжаем. Смотреть можете на любых каналах, на Ютубе. Если не нравится вам, что я делаю премьеру, то я не буду делать. Я премьеру делаю для того, чтобы приходили сообщения людям, те, которые смотрят. Поэтому, если не нужно, я не буду делать премьеру, а просто выкладывать. Привет, солнышко. Это я. Ты где? Привет, Лив. Я все еще в Ньюпорте, но собираюсь домой. Есть новости? Да. Ты летишь в Японию. В Японию? Я расшифровала записки Лизы. Ну, по крайней мере, большую часть. Над остальным я еще работаю. Но я выяснила, что его расследование касалось Ватикорп. Ватикорп? Правда? Боже мой, ничего себе масштаб. И что именно он искал? Пока не знаю, солнышко. Но он общался с двумя людьми из Вати. Мертвая девушка, которую нашли у него в квартире, оттуда. Судя по этим запискам, из Ньюпорта он собирался отправиться в Вати-Сити. Это на острове Хоккайдо в Северной Японии. Там находится штаб-квартира Ватикорп. Боюсь, это все, что мне пока удалось узнать. Я буду дальше разбираться с записями Лизы, и когда ты доберешься туда, подкину тебе новую инфу. Значит, теперь мне придется ехать в Японию. Знаешь, я бы, конечно, попыталась тебя отговорить, но, похоже, ты очень хочешь найти Лизу. А все дороги ведут в Японию. Я знаю. Мне надо двигаться дальше. Мне нельзя сдаваться. Не сейчас. Сейчас не время. Это слишком важно. Если я все это брошу... Зои, все в порядке? И да, и нет. У меня все нормально. Меня не ранили, ничего такого, но... Тут столько всего случилось. У меня сейчас нет времени рассказывать, но когда-нибудь... О, это будет та еще история. Лишь бы у тебя все было хорошо, солнышко. Как я уже сказала, я буду дальше разбираться с записками и позвоню тебе, когда ты доберешься до Вати-Сити. Доброго тебе пути. Ладно, Лив, береги себя. Бабосом, видать, располагает она. Кем она работает? Я так чуть не припомню. Журналисткой, что ли, или кем она работает? У ней за окном то же самое, что на телевизоре, смотрите. Ты могла бы за окно смотреть. Транслирует ей за бортом, что происходит. Ладно, расскажи мне про башню. Сразу видно, что ее делали Азади. Большая, дорогая и бессмысленная. Никогда такой не видел. Они строят лестницу в небо. Может быть, это что-то вроде храма. Я мало что знаю о наших врагах, но, по-моему, они очень религиозны. Назвать Азади религиозными все равно, что назвать солнце тепленьким. Их вера — это все, что у них есть. Если нам удастся пошатнуть их веру, мы выиграем эту войну. Не думаю, что это жизнеспособная стратегия, Чиван. Но хорошо, что у них есть слабость. Чувак. Вера — это палка о двух концах. Эта башня может стать еще одной их слабостью. Когда я был там, заметил, что они ее еще не достроили. Они поставили для рабочих такие деревянные платформы, чтобы на них залезать. Леса. Рядом с башней? На башне. Если на них забраться, можно придумать, как проникнуть в башню. Отлично. Я должна сама проверить. Наверное, эта башня очень важна для Азади.
И как ты уже сказал, она может стать еще одной их слабостью. Ты пойдешь одна? Так надо. Если нас будет больше... Нас будет проще заметить. А если тебя поймают, кто-то должен будет вернуться в город, привезти припасы. Это наша миссия. Да, это наша миссия, Чиван. Я вернусь до рассвета. Будь осторожна, Грач. Так, вроде, может... На эффектах, наверное, а вот речи, наверное, надо прибавить. Так что мы делаем сегодня вечером? Мы ничего не делаем. Ты остаешься с Чиваном. Я иду по своим делам. Что? Ты не можешь отправиться на задание без нас? Не иду я ни на какое задание, Брин. Я просто хочу прогуляться. Ага, конечно. А та девушка вовсе не просила тебя о помощи. Какая девушка? Та, которая исчезла из... Из места, о котором нельзя говорить. Она попросила тебя о помощи, а ты ее прогнала. Брин, ты не понимаешь. Эта девушка, Зои, она попросила невозможного. Не будем обижать ее. Я покинула ее мир больше 10 лет назад. Я поклялась никогда не возвращаться туда. И теперь я не смогу сделать этого, даже если захочу. Есть другие дела, которыми нам стоит заняться. Есть другие люди, которые зависят от меня, от нас. Чего бы она ни просила, ей придется искать это в другом месте. Поверь мне, в этом нет ничего невозможного. Я не согласен. Если бы ты не рисковала своей жизнью, чтобы спасти мою, меня бы сейчас здесь не было. Я бы не сражался на твоей стороне, и вокруг было бы куда больше Азади. Ты рисковала, когда убила этих солдат, и этот риск окупился. Разве не так? Я жив, и я в твоей команде. Это было рискованно, но это было правильно. Это не одно и то же. Это наш мир. Все, что происходит в другом мире, нас не касается. Я думаю, ты ошибаешься. Но не важно, что я думаю. Ты ведь по-прежнему считаешь меня ребенком, так ведь? Брин. Брин. Блин. 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 Это этот, как его? Червь. Тебе будет нужна моя помощь, Эйприлан. Я пойду одна. Комендантский час еще не начался, но солдаты все равно обратят внимание на 2-3 человек там, где не заметят одного. Это верно. И мне нужно поговорить с человеком, который достанет нам травы, зелья и лекарства, которые нам нужны. Ну, учитывая, что Тарбир в тюрьме, а Хамеш торгует с Азади, наш лучший шанс — это старый город. Но он закрывается после захода солнца. Тогда завтра утром. Первым делом. Хорошо, но тебе придется идти одной. Чиван и Брин завтра будут заниматься провизией. Бенрима пытается связать их кое с кем, кто нам сочувствует. Так тому и быть. Утром я поспрашиваю людей в старом городе. Да озарят сегодня звезды тебя и твои начинания, Эйприлан. Или, как ты там иногда говоришь, ни шерсти, ни пуха. Ни пуха, ни пера. Но мне больше нравится, да, заряд тебя звезды на Ане. Все, тигрица не нужна тогда. Так, где выход-то? И куда вот идти? Куда-то идти нужно, а куда, черт её знает. Давайте вот, наверное, сюда пойдем, наверное, там не завален сейчас проход-то, может. Вы не можете пройти, комендантский час. Гетто откроется утром. Попробуем. Может, в главный это зал надо сходить? Что-то она там калякала. Каля-баля, каля-баля. Так что пишите, если не надо это включать премьеру, я не буду.
Я даже не знаю. Я включаю из-за того, чтобы сообщения приходили. А так могу и не включить. Потому что кто-то смотрит, наверное, как я вот на своем проигрывателе. Я не знаю, премьера-то можно там ее делать? Она, наверное, тоже будет с того же места. Посмотрим. Посмотрите другую игрушку тоже. Думаю, понравится она вам. Ночью эти стражники слегка напрягаются. Лучше держаться от них подальше. Так, ну значит, пойдемте, наверное, все-таки в церковь в эту какую-то там. Дамба какая-то. То ли церковь, то ли что там. Может, те ворота еще. Так, вниз, да? Вот здесь вот слишком большие пробежки. Могли бы немножко так поменьше сделать. Ни черта не видать. А фонарик-то есть у меня? Я уж не запутался в этих играх. Какие кнопки у какой. Кто же стоит? Что вы делаете на улице в такое время, гражданка? Возвращайтесь домой и ложитесь спать. Чё они тут умничают, я не пойму, комендантский час, чё они тут? Фанатики вонючие. Может быть, надо было отлежаться, на самом деле. Я вот вообще ничего не вижу. Здесь вообще ворота какие-то закрыты. И чё нам делать? Вон наверху там свет чуть горит. Может, надо было... Ну, не идешь туда? Чё-то не всосал я. Чё тут надо делать-то? Ну, где-то пройти нужно. Держаться от них подальше. Надо было, значит, где-то лечь, наверное, дождаться утра. На кровать на какую-то. Зря, наверное, я побежал сюда. Так, а где-то здесь вот еще закуток какой-то есть. Где мы тут заходили, в этот закуток? Может, все-таки надо было отлежаться там. Зря, может, я вышел. Так, а где у нас тут ходы-то еще есть? Вон там стеллажи, вот может там где-то подняться. Ну, какая-то там лестница вон наверх. Идет она вообще очень медленно. Ну, поворачивай. Нужно придумать, как залезть на эти леса. Но сначала надо разобраться со стражником. Мне нужно забраться на эти леса так, чтобы никто не заметил. Может, по репе как-то ему дать? Не берет она оружие? У меня же нет никакого оружия, да, по-моему? Камней тоже нет. Мне нужно забраться на эти леса так, чтобы никто не заметил. Нужно придумать, как залезть на эти леса. Но сначала надо разобраться со стражником. Что ты делаешь? Тревога! Сволочь. Вонючий говно, блядь. Вон палку нашла она. С
смотри, блядь. Тревога, мятежники! Здесь нужна помощь! Вторжение! В буклу его забить трудно. Быстрее! Блин, как обычно, последний удар остается. Черт вонючий, блядь. Забыл я записаться. Просто мочить его надо, и все, наверное. Разобраться, блядь. Сзади подойти и шлепнуть. Да нет, надо его обязательно, чтобы он... Я не могу сразу его ударить. Надеюсь, не услышит вот этот стоит барбос. Драка здесь, конечно, убийственная. Стойте, гражданка! Через задницу. Этот район закрыт. Немедленно уходите отсюда. Я не стану предупреждать второй раз. Убирайся отсюда. Что ты делаешь? Тревога! Тревога, мятежники! Здесь нужна помощь! Так он в блок встает. Сильный удар, когда делаешь, он... Я не знаю, как с ним драться. И блоки он пробивает, и все. Может, так специально сделано, что я... Как-то его надо завалить. Давайте еще раз попробуем. Дерется она, конечно, ужасно. То есть тормозит вообще конкретно. Пока она размахнется. А когда он бьет, блок уже ничего не дает. Никакого толку от него нет. Вот зажал я его в углу как-то вот. Ну, кривая, конечно, что тут говорить. 10 лет игре. Кривотень тут с управлением, конечно, конкретная. Так. Сейчас, наверное, уже не заработает джойстик. Если только на джойстике. Да. Что ты делаешь? Тревога! Надо отходить в сторону, когда он, наверное, промахивается. Здесь нужна помощь. Вторжение. Какой черт, блядь? Отдыхает полдня, блядь. Оказывается, тот черт-то был легкотень, которая там завалил. Вот этого бы завалить. Так, надо добежать сейчас сзади и записаться. Потому что мне уже надоело отсюда бегать. Как я подхожу, так забываю записаться. Может, нужен какой-то камень? Ну, где сейчас его я буду искать, этот камень? В таверне может идти. Я думаю, что можно его и завалить. Схорониться вот здесь. Что ты делаешь? Тревога! Может, сразу ему вдарить? Тревога,
Я его бил-бил, смотри-ка, у него поллинейки. У меня поллинейки уже. Ты смотри, не... У него не пробивается блок, блядь. У меня пробивается, блядь. Я его три раза палкой этой оглоблей вальнул, блядь. Этот бык, плевать ему, этому быку, блядь. Непробиваемый, блядь. Что ты делаешь? Тревога! Надо сюда, а то еще подбежит второй, блядь. Нужна помощь. Смотрите, там я ударил ему. Вторжение. Да что ты, блин, я не могу расстояние рассчитать. Быстрее. Смотри, блядь. Бегут эти суки. И как от них убежать сейчас? Да не завалят меня тут за одну секунду. Нет, короче, этот вариант не подходит, наверное, ни черта. Может, где-нибудь, чтобы он застрял тут в этих палках, блядь. Все, надо уходить отсюда. Как-то его надо отвлекать или чего, потому что... Или я вышел слишком далеко, он орёт этот козел. Давайте еще раз попробуем все-таки его вальнуть. Что ты делаешь? Тревога! Сюда вот его. Подальше, может, он зайдет. Здесь где-нибудь заблудится, блядь, за углом. Тревога, мятежники! Здесь нужна помощь! Вторжение! Промахнулась! Как вот она промахнулась, блядь? Быстрее! Наконец-то, блядь! Урюк вонючий, блядь! Надо сразу сохраниться, блин. Чертило, блин. Он мертв. Нужно разобраться со всем этим, пока его не нашли. Просто беда. Опа. Ты четыре. Так, давайте сразу сохранимся еще раз, чтобы нам тут терпеть ненавижу. Дверь слегка приоткрыта. Если я это сделаю, меня точно заметят. Ну а куда тебе идти-то еще? Они не уходят, не собираются уходить-то. На столе ничего. Не знаю, хороший это знак или плохой. Эти задержки от меня не зависят, пророк. Налеты мятежников на севере помешали доставке необходимых материалов, а подкрепление из Содирания... Накурено. Конечно, какой. Я прекрасно понимаю. Мы Она поняла. Срок. Мы наняли больше рабочих и каждый день продвигаемся вперед. Мы наверстаем упущенное время, пророк. Башня будет готова к церемонии. Клянусь шестью, что не разочарую вас.
Садир прислал апостола, который позаботится об этой проблеме. Говорят, он один из лучших, хотя лично я с ним еще не встречалась. Он скоро прибудет. Будет исполнено, пророк. Я дам это задание лучшим своим людям. Умоляю, я... Да, вы ясно дали это понять, и не раз. До этого не дойдет. Я вас не подведу. Все будет так, как вы просили, пророк. Да благословит богиня ваш путь. Стоит такая удивленная. Ее свет разольется по миру и очистит его от зла. Это было странно. Надо последить за ним. Узнать, кто такой этот загадочный человек. Сейчас закрой дверь. Все, Алиса, несите ужин. Сегодня я буду ужинать у себя в кабинете. Кабинеты у них там живут неплохо, чувствуется. Тоже какая-то крутотень. Ну чего, где, че это я? Все? Как я за ним прослежу? Где он вообще этот черт? Может, он выйдет здесь из здания? Почему она через это, через... А там вообще не активная зона-то стала? Может, подняться опять туда? Да нет, наверное, вряд ли. Все. Надо, говорит, за ним проследить. Так, какая кнопка-то у меня здесь? Это тот человек, которого я видела в эмиссариате. Кому она говорит-то? Сама с собой разговаривает. Я должна проследить за ним. Надо выяснить, что это за пророк. Пойдем по хребту-то ему дадим, и он сам все расскажет, что тут следить. Научим его говорить правильно. Да он там что-то шебуршил там, блядь. Шептал там что-то. Опа! Потерялся. Давай, переходи из экрана. Я вот ни черта не вижу. Оп, вот он. Пивняк пошел. Где ты, черт? Давай здесь сначала посмотрим, потом спросим у этой девицы. Толстушки-то выйдут, где она? Это не он? Бедрима? Да, что? О, Эйприл, ты вернулась. Хорошо. Хочешь чего-нибудь? Куда делся человек в плаще? Кто? Человек, который только что вошел в эту дверь. На нем был плащ с капюшоном. Здесь не было никого похожего, Эприл. Сегодня спокойный вечер, я бы заметила. Это невозможно. Я своими глазами видела, как он входил сюда. Знаешь ли, дитя, я, может, и стара, но отнюдь не слепа. А теперь извини, у меня куча дел. Я знаю, я точно видела, как он заходил. Не мог же он просто исчезнуть. Ну что, где искать-то его? Черт, это... Бенрима сожгла все запрещенные книги и купила пачку книг, рекомендованных Азади. Их никто... С моего последнего приезда в город обстановка в путнике сильно изменилась. Это одно из немногих мест, которые и сейчас выглядят... Да все неинтересно. Так,
Здесь он мимо ее, наверное, не мог пройти. Может, он сюда куда-то нырнул. Черт тот вонючий. Вон копья-то стоят, нормальные, блядь. У меня какая-то палка, бля, вручалка. Не вручалка, бля. Чего у нас хватает, так это оружие. Так давай меч-то возьмем. Гораздо нам еда, теплая одежда и лекарства. Чего у нас хватает? Приходится путешествовать налегке и все держать под рукой. Просто на всякий случай. С мечом, да я думаю, было бы, наверное, поинтереснее. Приходится путешествовать. Ну что, все? Ничего тут нету в этих комнатах. Барбос этот куда-то потерялся. Может, он туда в подвал спустился? Она не заметила эту чучелку. Лыбу давит там. Стоит. Вот тоже. Вот он, чертилка. Невидимка ты. Ниндзя. Ниндзя, невидимка. Прошла она, что ли, туда или нет? О, принцесска. Зоя. Оливия? Да, солнышко, это я. Узнала что-то новое о Ризе? Что? Тебя не слышно, Лив? Да только она приехала. Шум с каждым часом усиливается. Сеть местами вышла из строя. Зоя, ты меня слышишь? С трудом. Бред какой-то. Я знаю. Давай покороче. Есть новости о Ризе? Пока нет. Но я только что приехала в Вати-Сити. И как там? Мило. Холодно, но мило. А у вас что делается? Еще работает. Человек Ризы в Ватикорп. Он не станет выдавать своих информаторов. А пока ты должна каким-то образом проникнуть на кампус корпорации. Я почти ничего не поняла, Лив, но ты мне позвони, когда узнаешь имя, хорошо? Алло? Это быстро. Шифруют, как в армии, но у меня уже почти готово. Здорово, мне надо бежать. Да, еще, Оливия? Да, солнышко. Спасибо, я очень ценю твою помощь. Не глупи. Друг тоже. Я весь мир переверну, чтобы его найти. Я знаю, все равно... Связь вот-вот прервется, солнышко. Ну все, ладно, хватит, девки. Вы любите это, потрепать языком, в самом деле, что ли. Тут дроны всякие, он летает. Вон. Кто это тут такая стоит? Ты кто? Все ждут, когда же Ватикорп объявит, что такое проект Альхей. Интересно. Так, что мне надо? Чего там? Привет. Привет. Чё ты, Джеки Чан, давай, чё ты, говори со мной, чего, чё ты меня смотришь? Там пусто. Всё содержимое урны автоматически сжиг... Она давно должна быть здесь. Сумимасен? Эх ты. Гамасек. Я принял вас за другую. Гамисаса. За кого вы меня приняли? А? О, за мою невесту, Юрико. Она опаздывает. Раньше она никогда так не опаздывала. Я пробовал позвонить. Брэндон Ли, у него похоже. Сплошные помехи. А? Кого я обманываю? Скорее всего, она решила не приходить. Да. Послушайте, вы мне не расскажете, где взять билет в музей? Я так и знал. Надо было прислушаться. Что, простите? Музей Ватикорп. Мне нужен билет. А, да. Там есть касса. Вот оно что. Хорошо, спасибо. Радио, наконец. Мне надо...
Все, пошел. Опа, смотрите, умер человек на скамейке. По крайней мере, он так выглядит. Он выбросил билет-то, дурень-то. Так что ты не взяла-то, не спросила? Опа. Вон, мертвец. Эй, Чан. Люди здесь гораздо веселее, чем в Ньюпорте. Веселее, вы видите? Докуренный какой-то это. Мертвец какой-то. Так, музей. А где этот музей-то? Вот это что ли? Или что это такое? Это билет. Просто поездка. А, это для того, чтобы сесть на фуникулер через... Фуникулер. Кажется, это единственный способ... Фуникулер. Ну чего? Билет ты подобрала? Это для билетов на фуникулер. А что она подобрала-то, я не пойму. А, кусок билета. Кусок она подобрала. А второй что не взяла? Скотч теперь нужен. Это мне скучно. Ну, сама-то она не склеит, наверное. Это для билетов на фуникулер. О, девчонки. Привет. Скажут. Они вечно таскают всякую дрянь. Здравствуйте, мисс. Меня зовут Зоя, а тебя? Я Рико, мисс Зои-сан. Приятно познакомиться, Рико. И мне тоже. Ты не знаешь, как попасть в музей? Знаю. А где я могу купить билет? Касса по воскресеньям закрыта. О, здравствуйте. Привет, Рико. Что-то случилось, Рико? Какая-то ты грустная. Понимаете, мой старший брат Рен должен был присматривать за мной, пока бабушка с моим младшим братом Хиро будут в музее. Только Рен встретил эту девушку и оставил меня здесь одну. А Оба-сан и Хиро в музее, а у меня нет билета. Не очень-то красиво со стороны Рена. Он очень любит девушек. Ну, по крайней мере, больше, чем меня. Что поделать, малышка, с мужчинами всегда так. А почему ты просто не позвонишь своей бабушке? Я пыталась, но не смогла дозвониться. А машина сломалась, и я не могу купить билет. Так что теперь мне придется ждать здесь, пока они не вернутся. Мне пора идти, Рика. Ох, спасибо, что... Вот еще один тут наркоман. Моя дочь работает в главном кампусе с той стороны каньона. Все время остается сверху. Я подумываю о том, чтобы оставить Вати-Сити и переехать в Африку. Здесь мне постелить не светит. В Африку гулять. Я думаю, тут почти все работают на Вати-Корп. Так, все здесь в помойке нет ничего? Все содержимое урны автоматически сжигается каждые 10 минут. Какой-то магазин такой. А, это касса, наверное. Есть тут кто-нибудь? Разумеется, да все, нет. Плевать. Так. Чтобы воспользоваться автоматом, нужен мобильник. Сейчас мы его быстренько достанем из штаней. Жвачка. Не работает. Приобретайте билеты в кассе. Блин, это касса. Отлично, хорошее предложение. А это что такое? Ну что ты? Кто же мобильник? Опа, идет ко мне. Жвачка, я же сказал, жвачка. Чуть ты дошла ко мне, ну? Не сомневаюсь, в самое ближайшее время внимание всего мира будет приковано к Вати-Корп. Навалить на тебя. Ух ты, внутри бесплатный стикер. Так, вот этим стикером попробуем сейчас бомбасить. Точно. Все пока просто. Пока все просто. Я вот в Венетике там уже встрял. Уже успел встрять там. На первой загадке. Там, наверное, что-то с квадратами надо будет посмотреть. Где вот что-то с квадратами. Добро пожаловать в Вати-Корп, компанию, в которой изобрели Ватилу и робо-кролика, а также придумали самую популярную и передовую развлекательную технологию в мире. Пожалуйста, займите свои места и отойдите от двери. Как у нас в городе. Мы скоро отправляемся. Так я и не ездил ни разу.
Вы готовитесь набор. Совершить чудесное путешествие в то самое сердце Ватикорп и пережить удивительную историю. Говорят, туда едешь минут 20, наверное, через на реку. От развлекательной системы обратно уже скучно, и Доватилы Ватикорп всегда дарила человечеству любовь, счастье и миллиарды часов развлечений. Всего через несколько месяцев Вати произведет настоящую революцию в мире домашних развлечений, выпустив самый потрясающий продукт за всю нашу 200-летнюю историю. Ну, так общий пейзаж показывает, Альхера. Это уже радует, сейчас да? Сейчас самое время вступить в нашу там растущую были? Счастливую показали семью. Вот. Будущее развлечений в общем, за Вати. Выглядит пожалуйста, город. Убедитесь, покидая места вагон, такие интересные что ничего выбирать. В нем не забыли. Надеемся, вам понравится в музее Ватикорп. Ну как, узнала имя? Имя. Я тебе говорила, я... Как у нас. Шифровка. Ты уже внутри? Малыш, Связь малыш. Связь еще хуже, чем раньше, Лив. Я тебя почти не слышу. Постой, дай-ка... Ну вот, я переключилась на выделенный канал Ока. Теперь все будет в порядке. Разумеется, защитный софт Ока сейчас поднимет визг, так что надо говорить побыстрее. Ты уже в Ватикорп? Работаю над этим. Умница. Так вот, тебе нужно связаться с человеком по имени Дэмиан Кавана. Начинается на К, окончается на О. В середине Аван. У Ризы связь с Кавана шла через Рио Куроки. Ту девушку, которую нашли мертвой в его квартире. Рио и Дэмиан работали вместе. Я помню, Риза говорил с Рио по телефону, когда я в последний раз его видела. Значит, его источник Дэмиан Кавана. Где мне его искать? Он живет в Вати-Сити, но сейчас не в сети. Наверное, в Ватикорп все каналы защищенные. В пределах главного кампуса мобильники не работают. Раз он не в сети, значит, на работе. Либо он там, либо это все из-за шума сбоит. Будем надеяться, что первый вариант. Потому что я уже направляюсь в логово Льва. Где конкретно он работает? Не знаю. Я могу залезть в базу данных Вати, но как бы при этом не поднялась тревога. Нам поднимать тревогу совсем ни к чему, солнышко. Я знаю, что Рио Куроки работала системным аналитиком в отделе биотехнологии. Да все, надоели уже, как собаки нет. Если что-то про него узнаю, девица. Пошлю тебе сообщение. И вообще, с этого момента ограничимся сообщением. Пользоваться наконец-то этим мы. Каналом слишком рискованно. А во всех остальных... Ладно, я найду его. Удачи, солнышко. И будь... Лив? Оливия? Ну все, пропала она. Да пошли, все, давайте играть. Ну что-то уже затянули девицы тут с этим, с этой болтовней. Хочется, у нас событий-то не происходит никаких. Еще бы тебе газу поддать под зад, чтобы ты немножко побыстрее двигалась. Вон клоун какой-то стоит. Нарядный. Что вы делаете? Отойдите пошел, оттуда. Пошел. Этот экспонат очень дорогой, его нельзя трогать. Хиро, что ты делаешь? Я говорила ему не трогать экспонаты, сэр. Я прошу прощения за поведение моего внука. Так, куда надо шарохаться? Чё-то. Сюда это точно надо идти. Эх ты, блин. Тревога поднялась. Я думал, хотел посмотреть. Эта дверь только для служебного пользования. Ну все, пошел. Правда? Извините, я искала туалет. Никаких туалетов, только для персонала, извините. Мимо него я смогу пройти только если Оливия мной займется. В хорошем смысле, конечно. В плохом нам не надо. Да че, смотря в каком смысле она тобой займется. Тоже рассмотреть можем несколько вариантов. Да что ты, блин? Эй! Опять вы? Я же велел держаться подальше от двери. Только для персонала. Ну ой, все. Простите, но... Я верно. Пошел вон. Достанет сейчас этот хорек, какой глазастый. Ватила четвертого поколения, выпущенный в продажу в 2198 году, стал самым благодаря сложной системе эмоционального отклика и дружелюбному настрою,
Ватила стал любимым другом и спутником. Лучший игробот Вати. Что дальше? Мы не хотим опережать события. А, это я вышел. Блин, я думал, какая-то дверь еще. Когда она стала выходить, я уже понял. Так, значит, что-то с этим чертом надо делать. Мальчишку подговорить нужно. Привет. Ты не слишком разговорчивый, да? Или просто стесняешься? Ладно. До того, как началось производство боли, он во многом напоминал современного Ватилу. В отличие от Ватилы, которого мы знаем сегодня, этот прототип время от времени делал лужи. И эта его особенность вызывала много нареканий. Крошка-кошка. Первый пушистый игровой Ватикор. Крошка, вы видели крошка? Одновременно на экраны вышел очень популярный мультсериал. Сериал не сходил с экранов 8 лет это и закончился потрясающим эпизодом, в котором Боб, исправившийся дедоубийца, убил, сварил и съел крошку-кошку. Фанаты требовали возвращения крошки-кошки. И в настоящее время Ватикорп планирует вернуть эту популярную и необычную игрушку на рынок. Такую и уже на не ваши сваришь экраны. Крошку-кошку. И зачем я позволил ей затащить меня сюда? Вечно всякую дрянь... Я люблю этот музей. Тут так тихо и чисто. Чё а тут? Экспонаты мне не особенно нравятся. Слишком они яркие. Чё это подскочил ко мне? Чёрт ты. Надеюсь, вам понравится в музее Ватикорп, мэм. За прошедшее столетие Роб-бой сильно изменился. Эти две модели 2132 и 2159 года почти ничем не отличаются от Роб-бой справа. Некоторые до сих пор считают его лучшим достижением в... Так, надо где-то, наверное, применить здесь телефон, чтобы как-то, наверное, отвлечь этого хорька вонючего. Давайте проверим, может быть, где-то что-то зацепится. Крошка-кошка. Да что ты, кошка? Фанат. Нет ничего. А это что такое? Тут почему нет ничего? Валик. Вообще пусто. Уйди к старуху отцу. Так, может быть, вот этой отмычкой что-нибудь пошарить? А, жвачку может дать мальчишке вот этому. Может, он что-то поможет сделать мне, отвлечь этого дурака, бля. Он на него все пасется. Бля. Точно. Хочешь жвачки? У него полный рот, жвачка. Да. Только мне нельзя брать конфеты у чужих. И разговаривать с чужими. И смотреть на чужих. А, это не конфеты, это жвачка. А, правда? Хорошо. У меня что-то в габарту. Давай помогай нам. Спасибо. Очень вкусно. Так. Пожалуйста, не трогайте экс... Нравится жвачка? Да. Хорошо, поможешь мне в обмен? Как? Мне нужно, чтобы ты отвлек охранника, сможешь? Наверное. Но Басан очень рассердится. Снова рассердится. Ну, пожалуйста. Это для очень хорошего дела, честное слово. И весело будет. А вы правда взрослая? Правда. Потому что я должен слушаться только взрослых. Ладно, помогу. Смотрите. Ой,
Давай, срывайся быстрее. Вон, черт пошел это, бля. Гудира! Гудира! Уди, а. Слышите, он что кричит? А, квадрат. Где квадрат-то? Я не вижу, реально. Так. Так, надо... Блин. Вот эти фигуры... Опа. Попроще, вот эти фигуры. Остриё вниз, остриё вниз. Вверх, домик вверх. Блин, все, сейчас опять прозеваю. Надо записаться. Рыбаков еще один. Куда он побежал? Не двигается. Надо дождаться, пока робот вернется. Давай посмотрим, да что. Отмычку доставай. Опа, переоделись. Быстренько. Дева-сан. Деваха-сан. Что это такое? Дверь. Так это куда дверь идет? Это служебный идет? Вход. Скорее всего, он ведет в главное здание. А мне туда и нужно. Не двигается. Это мой шанс, надо торопиться. Вот такие вот дела, ребятки. Супер-пупер. Бегает они так медленно. Кто вы? Вы что, новенькая? Да. Да, да, я только приступила. Я иду на четвертый этаж, чтобы... Тогда идите. Хватит отнимать у меня время. И, к вашему сведению, начальству не нравится, когда болтают. Так что не болтайте. Значит... Да молчи ты. Нет ничего, извините. Говоришь сейчас глупости-то. Что? Кто из извините, них какал? Просто откашлялась. Воздух сухой, извините. Угу. Извините, воздух сухой. Испортил кто-то воздух. Чуть-чуть осталось. Ну, мы тоже ждем. Не дождемся никак. Это она для нас, наверное, говорила. А не для нее. Уважаемый гость, просим вас немедленно остановиться. Уважаемый гость, мы просим вас не покидать зону ожидания без официального сопровождения. Спасибо. Желаем приятно и продуктивно провести день. Чего? Закрыто. Закрыто. Опять какая-то жвачка. Ну сейчас-то мы что спрятались с тобой? А как выйти-то? Показал залезть. Надо было за дрянью за этой сразу бежать. Вон она едет. Кто бы знал. Ваше вторжение
Эх ты, блядь, торжень, какое торжень, ты курица глупая, блядь. Чтобы наши уважаемые гости... Как она заметила-то меня? Мы просим и требуем, чтобы наши уважаемые гости находились за линией, в зоне ожидания. Мы просим и требуем... Охранная птица и наверняка с оружием. Лучше двигаться осторожно и... Мы просим и требуем, чтобы наши уважаемые гости... Так, надо выходить, что ли, туда? Мы просим и требуем... Ну ладно, давайте, ребят, на этом остановимся. Я думаю, что сохранение там было. Продолжим в следующий раз. Вот такие дела. Заходите, подписывайтесь. Всего доброго, берегите себя.